Эксклюзивная корона ручной работы. Именно ее сегодня получит победительница городского конкурса красоты и таланта «Мисс Бийчанка 2018». Я в руках держу корону, которую сегодня получит мисс Бийчанка 2018. Вот такой замечательный эксклюзивный подарок нам прислала известная московская модель Алина Харченко, которая поддерживает все наши проекты и неоднократно присутствовала на наших мероприятиях. Но прежде чем жюри назовет имя первой красавицы, девушкам предстоит пройти несколько конкурсных испытаний на главной городской сцене. Сегодня девушки показывают, что умеют и чему их научили педагоги. За кулисами, за красавиц сжимают кулаки участницы прошлогоднего конкурса. Девочки волнуются, но они очень опытные, многие из них часто выступают на сцене, и я думаю, для них это будет сделать легко и поразить членов жюри и весь зрительный зал. А вот мисс Бийчанки 2017 года Дарье Сизенцевой буквально через полтора часа придется расстаться с короной, которую она бережно хранила на протяжении всего года. Ох, вы затронули мою больную тему, как же мне ее хочется оставить себе. Девочки такие девочки. В этом году за корону сражаются 7 очаровательных девушек. Участие в таком грандиозном шоу для них – это уже победа. Куча мыслей в голове. Пытаешься что-то забыть, вроде отчеканил. Наоборот, что-то не забыть, вышел. Возвращаешься за кулисы и не понимаешь, что ты сделал. Начинаешь спрашивать, а это было, а это? О, Господи, до сих пор выдохнуть не могу. Если визитка была проверкой нервов и главное было не забыть слова, то вот творческий конкурс показал наличие таланта. Сегодня участницы пели, танцевали, читали стихи. Было шоу на ходулях «Китайский дракон». Но нотку умиления внесла в свой номер Екатерина Куйдина. На сцене ей помогала петь младшая сестра. Сестра моя, твоя. Группа поддержки в зале, а за кулисами за участниц переживают мамы. Сначала потели ладошки, но уже все более-менее. По счету это уже 19-й конкурс. Номинации остались неизменными. Это визитка, творческий конкурс, заочный, интеллектуальный, фотомодель, ну и, конечно же, выход в купальниках, стилизованный под бразильский карнавал. Совсем непросто выступление в этом номере сложилось у Элины Савельевой. Мама! У меня перед выступлением разорвалась застежка на каблуке, и мне пришлось снимать резинку с головы сестры. Мне дали резинку с шариком каким-то заколки, она не подскользнулась, и шарик хрустнул. Я чуть не упала. По итогам грандиозного шоу первой вице-мисс стала Екатерина Безматерных, вторая вице-мисс Бийчанка Анна Пан, третья Виктория Нартова. Мисс Грация и мисс Талант Алина Хохлова, мисс Модель Лиана Переплеткина, мисс Элегантность и мисс Дружба Екатерина Куйдина. Победу с небольшим отрывом праздновала Элина Савельева. Она получила главный приз – путевку на море, подвеску и эксклюзивную корону. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий, «Будни».